Дадим шанец на выздоровление, развитие и житие. Доброчинный матч «Добрый лед» помеж хоккейным клубом «Витебска» и сборной «Аматора» у областного центра собрал у палацы спорту тысячи витеблян. Оказать допомогу и убачить яскравое спортивное видовище пришли представники працовных коллективов и организаций, школьники, активисты БРСМ, ветераны спорту. Тему протягнуть наши корреспонденты. Добрачынный матч выклікаў непадробны ажыятаж у віцебляне. Фае палацу спорту с тяжкостью умяшчала усіх жадаючых убачыць хоккейны паядынак. Арганізатарам мерапрыемства выступила адміністрацыя Першамайскага района областного центра. Яе ініцыятыву падтрымала і кіраўніцтва хоккейнага клуба «Витебск». Даць шанец цяжкахворым дзецям на выздараўленне, развіццё і жыццё і адначасова папулярызаваць заняткі фізкультурай і спортам сталі галоўнымі пасыламі гэтай акцыі. І пускай сегодня на этот матч придут и учащиеся, и студенты, и представители трудовых коллективов. И загорятся идеи, что спорт – это здорово, а добрый лед, он объединяет добрые поступки добрых людей. На трибунах «Лядовой арены» аншлаг. Добрачынный хоккейный поединок пришли убачить 2000 человек. О прошлый раз только болельщику под дахом палацу спорту сбиралось, когда мясцовый хоккейный клуб гулял у полуфинале чемпионата Беларуси. Зараз думки болельщику объединяет высокородная идея. Собирается весь город посмотреть на хоккейный матч, проявит себя, покажет наши хоккеисты. И в то же время мы, как бы, это же благотворительный матч. Поэтому это очень полезно вообще для общественности, для города. Здоровый образ жизни, он всегда в почёте. Очень нравится, что в нашем городе проводятся такие мероприятия. Додатковую интригу матча профессионалов с аматорами уносило то, что за непрофессионалов выступал заузятый аматор лыжных гонок, керовник администрации Першамайского района Витебска Миколай Орлов. Как высветлилось, лыжи и хоккей – занятки, которые можно без проблем получать. А почему клюшка на лыжи? Никакой смены нету, просто одно дополняет, наверное, другое. Поэтому и коньковый ход, главенствует сейчас на, и на снежном снайпере, и на ледовой площадке. И сам хоккейный поединок отрымался усим на зайздрость. Никто не мог себе уявить, что команда аматоров поведет с ликом 5-1. Профессионалам довелось аж шмат попарцевать, как догнать соперников. А у вынику сустрэша завершилась с ничейным ликом 7-7. Сергей Мисурагин, Александр Петровецкий. Новини Витебска.